Итак, друзья, тут такая вот херня произошла. Кот и хера, моя сестра решила, типа, блядь, вмешаться и нахуя-то потрогать настройки. То есть она отключила запись звука игры, и в конечном итоге игра оказалась без звука. Поэтому я что-нибудь попытаюсь придумать для этого, и вы будете слышать мой голос и ёбаный скрипящий стул. Что ж, поехали, друзья. Врун, врун, Насколько я знаю, она хрупкая. Я на ней еще просто не особо катался. Я в ней еще не катался против копов, поэтому я не могу особо и сказать, что с этой машиной будет. Ну, сейчас мы узнаем, собственно. Конечно, можно было взять какой-нибудь там джип, который было бы довольно-таки сложно ментам ушатать, насколько я знаю, потому что джип, он должен быть прочнее, чем легкая машинка гоночная. Ну, собственно, я сейчас посмотрю, на самом деле, что это себя будет представлять. Смотри, какие вспышки, просто пламя такое херачит. Мощно, на самом деле, мощно. Зефирки тут, конечно, не пожаришь, потому что они нахер сгорят. Он, слушай, чувак на бэхе пытается там что-то. Он вырвался, кстати, вперед сначала. А я его не унизил. Смотри, они еще на хвосте висят. Да, еще главное не вхерачиваться в машины, потому что когда снимается ХП, есть вероятность, что потом я никуда не доеду. Блин, ты куда едешь вообще? Если так расхерачить машину прилично, то можно и не доехать туда, куда я еду. Собственно говоря, тут надо очень осторожно ехать. Не газовать там в пол полностью, а как-то думать. Особенно на опасных участках дороги. Сейчас чертов дождь пошел. Поэтому вхерачить какую-то машину. Это очень просто, на самом деле, очень просто. В плане резвости очень сильно резкое управление. То есть оно немножко мешает. Я не могу, например, так типа плавненько обойти машину, например, если мне надо. Я обязательно вот резко это делаю. Есть, конечно, недостаточная поворачиваемость. Вот она сейчас была. Ну так на этом Audi можно ехать на расслабоне. То есть вообще на расслабоне. Кстати, движок я ставил на Nissan, по-моему. А, на Mazda. На, блин, на что я ставил движок? На Ламбу, я помню. Блядь. Вот, сука, задумался, и все, и херач, машины нет. На самом деле, вот этот вид от камеры, это очень неудобный вид камеры, потому что ты, ну, просто не видишь, что у тебя там перед носом едет. Блядь, коп едет. Надо успеть проехать перед ним, чтобы он меня не засек. Хотя он меня, скорее всего, сейчас засечет. Хотя, смотри, вроде как отрываюсь. Блин, да что там было? Теперь вообще поймешь, что там вообще есть, а что нет.
Очень большой минус в том, что нельзя играть от первого лица. Вот я хочу, например, видеть, что у меня в салоне. Я очень хочу видеть, что у меня в салоне. Я хочу играть от первого лица, например. Мне так, типа, прикольнее. Почему я не могу это делать? То есть мне очень, например, хотелось бы... Бля, менты. Я думаю, от них легко будет отойти. А, смотри, в чем фишка. Так, ну окей, где у нас тут хата есть поблизости? Вон она. Тык, тык, хуяк, трупх, пых, нахуй. Пух, хуяк, хуяк, нахуй. Вот так вот, блядь, нахуй, трава, блядь, пых, пых, нахуй. Ты, блядь, как я умею, а? Трупах, хуяк, пых, пых, нахуй. Бля, вот бы сейчас проскочить. Вроде проскочил. Сука, пых-пых, блядь. Пых-пых, блядь, пых-пых, блядь. Да, на этой машине не подрифтишь. Это тебе не Forza Horizon. Хотя в Forza Horizon любую машину можно закинуть в дрифт. Несмотря на то, что, типа, во что бы она ни была настроена у тебя, ее можно закинуть в дрифт. С этим проблем у тебя не будет. Кудыщ. Кудах. Так, нахер мне тюнинг открылся. Так, у меня 30 уровень. Я что, могу поставить что-то? Нет. Нету. Тык, тык. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. 35 уровень надо. Тык, чик-чик-чик-чик. Ни хера не дали за эту херню, да. 47 уровень надо. Тык. Ну охереть просто тык. Вообще. Ну окей, смотри, у меня 30 уровень есть, то есть я могу поехать на задание. Связанное с разборками копов там и прочего-прочего. То есть, по идее, мы сегодня можем продвинуться в нашем расследовании с этими ублюдками. Тут Анна говорит, типа, ага, погоняемся и устроим копам хуёвый замес. Тык. Я не хотел менять машину. Пиздык. Ну, я хотел, например, кататься на RX-7, но в чем прикол, что... Типа тебя копы сразу догоняют и машину вшатывают в момент. То есть ты не успеваешь от них даже просто оторваться. Они ее расхерачивают, банально просто касаясь ее. Пздык, пздык, пздык. Пздык, 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 пздык. 56 у меня уровень машины. Кхачим. Трррр. Понял. Ну чё, давай устроим замес. Тур.
Может быть, будешь предупреждать, куда ты собираешься поворачивать, ёптер? Опа, профризовало. Под фриз такой был небольшой на самом деле. Не знаю, как у вас сейчас типа видео идет. Ребята тут на нехилых таких машинах, он один вообще на Феррари. Белое. Главное не вхуяриваться в них. Просто проезжать мимо. Это вообще самое главное. О, нихуя вы копы даете. Чуваки догоняют Audi R8 на 300 км в час. Я даже на такой скорости держать руль не могу нормально. Да, если эта штука взлетит, мне будет хана. Как вы меня догоняете, ёптер-моптер? Как? Да ёбаный насос. Смотри, как они меня быстро догоняют, вообще капец. Да блядь. Смотри, хоть машина не сломалась. Да блядь. Где нахуй? Где нахуй? Идите вы нахер все. Да блядь, идите нахуй, алло. Блять.
блядь. Хуяк, хуяк. Вообще не вижу, куда еду, я еду тупо наугад. Блять, блять, блять. Хуяк нахуй. Бля, они просто тупо обгоняют гиперкар. Ну, не гиперкар, я не знаю. Ну, короче, ну дохуя мощную тачку. Причем вкачанную, блядь. Я ее вкачал, там пиздец. Ну пиздец заряжена. Ну все, а теперь эти долбоебы точно не спиздят наши машины. Какого хуя мы тут делаем? Ну, тут все, блядь, пиздец просто. Я не знаю. Так, ребята, нам надо разобраться со всей этой хуйней. Бля, где? Опа, чё? Нихуя. А, копы точно его не поймают. Ну, а мажу уже нет, зато мы точно его поймаем. А, мы вдвоём в машине, поэтому чё он так управляется? Это же тяжко прям. Я, блин, от копов этих хер оторваться мог. Я так и знал, что вы этого говноёба, если там замешаны. Не надо было пиздить мою машину, сучка. Отвалить от меня. Я не отвалю от тебя, пока не заберу свою машину, и ты не сядешь за решёточку, ну и на бутылочку. Вы думаете, вы сможете вас смыть? Хуй там. Да мы его и остановим, это наш план. Значит так, послушайте меня. У вас нихера не получится, он опасен. Пожалуйста, оставьте его. Только надо его держать, чтобы он задержался. Смотри, вот он как-то выжимает три меня. Мы хотим остановить эту машину, ну давай понажми. У меня хп было меньше, чем у него, что мне делать? Так, мы не остановимся. Нет, я хочу сказать, что вы были осторожнее. Да мы уже достаточно царапали, когда он остановится. Да ладно, а то у меня машина типа просто так была расхерачена. Мне типа надо было на расхераченной машине дальше ехать. Чтобы я расхерачился об него, и мы никуда потом не доехали. Или, быть может, на целой машине его таранить, чтобы у него было меньше хп, чем у нас, типа. Не поедешь же он на заправку. А ёб твою мать. Гринди Бобер. Херов, блядь. Нам нужен вертолет, чтобы прочесать местность. Чтобы быстрее найти этого уёбка. Нет, нет, нет. Это все, это твой конец. Дядь, ну ты вообще типа нормальный. Тебе конец, твой машину. Вообще эта машина, по-моему, из основной НФСки. Вы не догоните меня. Да мы тебе догоним, стой, скотина. Да остановись, верни мне мою машину, ты понял? Ребята, осторожнее там. Я вам не сдамся, уёбки. А чё ж ты такой живучий, пидорас? Ух, нихера он перевернулся через нос. Блять! Сука! Меня чуть не стошнило. Ну же. Чё, пидор, не получается, да? Отличное время. Мне надо убираться отсюда побыстрее. Ты? Торрес. Торрес? Эва. Эва. They take me in.
Они же меня возьмут, и тебя тоже. Нас двоих. Я согласен. Это пистолет очень плоский. Разрабы, походу, вообще типа не шарили, как должен выглядеть нормальный пистолет. Какой-то ноунейм пистолет вообще. Ты даже не берет и не глок, это вообще какая-то хуйня. Нарушая закон, выполнено. На достижение без жалости пройти главу 4. Сегодня полиция закончила свой поиск чувака, который руководил скоростными патрулями, Фрэнка Морсера. Они нашли его тело. Точнее, не нашли его тело, но думают, что он мертв. Он хотел убежать от полиции, но они нашли его гараж, где он пиздил чужие машины. Он хотел их продавать, отжимая у других игроков. Мы нашли этот гараж и отжали машины обратно и вернем их настоящим владельцам. Мы провели очень четкую операцию. Следуя этому скандалу, мы поняли, что тут происходило. Он хотел их продавать и выплывать на этом. Спасибо. Слишком долго. Фрэнк Морсер создавал тут вам проблемы и коррупцию делал. На вас не было Навального, но теперь пришла я. А я Навальный. И вам всем конец. Фрэнк Морсер теперь мертв. Теперь здесь я закон. Вы все трупы. Кто-нибудь читал нижние строки, что там писалось? В нижней строке... Типа текст неплохой такой писался. Интересный. Ну что? Блин, я угорну, если эта херота сейчас крашнется. О! Слышь, что это? Что это за говно? Это машина, Вольво. Я не буду ехать на этом ведре. Ну, знаешь, у тебя нет выбора. Деточка, поешь, на чем я дал. Она идеальна. Она быстрая. Ты посмотри, я что, похож на бомжа? Может, если одета как бомж, ты не знаешь, что я буду ездить на этом говне. Ну, знаешь, значит, ты теперь попробуешь. Посмотри, как раз подходит под твой стиль, малышка. Ты посмотри, какой. Слушай, нет, нет. Серьезно? Чуть без балды, да, без балды. Оцени эту машинку. Мой брат. Прости. Так смотри, не уебись сразу, а первый столб. Я ж тебя знаю, ты водить не умеешь, нихуя. И да, смотри, чтобы вас копы не поймали. Да они нас не поймают, мы ж быстрые. Я знаю, какие вы быстрые, долбоебы. Но все равно поосторожнее. Да ты узнаешь первый, если мы уебемся. Вот именно, ты смотри, чтобы она не уебалась. Понимаешь, это очень серьезная хуйня. Да машина мощная. Мощная машина. Я очень много вгрохал в нее. Да и ты тоже. Так что следи, чтобы эта дура не влезла в какое-то говно. Да, окей. Ну, считай, что эта машина расхерачивается обо все что угодно. И очень быстро. Спасибо за игру. Ну, что ж, ну и вам, конечно, спасибо. Новый уровень открыт все. О, смотри, прикольно. М3 GTR. Еще она выйдет в гараж. Лига, посмотрим, теперь вы легенда Palm City. Достигните 50 уровня репутации, получите максимальный уровень эффективности всех своих машин или найдите все трофеи
испытания и секреты. Окей. А где моя бэха? Опа, чё ты смотри. Ну, она очень херового качества, на самом деле, она вообще не... Ни шиша, ни тюнингованная. P8. 3-метровый. Вот он, в принципе, у меня сейчас и стоит, по сути, я так понимаю. Но машина такая себе. Она по тюнингу, ну, такое. Можно сейчас посмотреть, то есть я сейчас попробую ее поднакачать, но я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы посмотреть, что эта машина из себя представляет. Да, мне кажется, мне не хватит денег, наверное, на то, чтобы... Да, мне не хватает денег на то, чтобы ее вкачать. Но, тем не менее, можно просто посмотреть, что она из себя представляет. Легендарная BMW из Need for Speed Most Wanted. Там даже написано MV. Да, там написано NFS MV. Смотри, ребят, прикольно. Ребят, смотрите. Даже, типа, это значок такой есть. Жум-жум-жум-жум-жум. Офигеть. Ну, тут уже все прикольно. С этой машиной действительно уже как-то поинтереснее будет, я думаю. Можно будет ее прокачать, что-нибудь да с ней сделать. Смотри, она в принципе довольно-таки шустрая. То есть, несмотря на ее низкий уровень, она довольно шустрая. Ну, это легендарная бэха из Need for Speed. Ну, по дрифту она, по-моему, такая же управляемая, как и... А, прям как в Need for Speed Most Wanted управление на ней, по-моему. Потому что она такая же приклеенная. Это топливный шланг, кстати, сбоку у нас. Ну, кто, может, не знал, что это за херня, это топливный шланг. Тот машина заправляется в гоночный... Гоночный топливный бак. Но машина действительно интересная, и я думаю, на ней можно будет дальше что-нибудь проходить. Можно ее будет еще заточить под ралли, короче. Я не знаю, что из этого получится, но можно будет угорнуть и заточить ее чисто под гонки по грязи на, по сути, трековой тачке. По-моему, это трековая тачка. Ух, бля. Пиздык, нахуй. Вот это было больно, на самом деле. Это было больно. Пиздык, нахуй. Хуяк. Короче, привет, смотри, тут такое дело, значит, я пожрал какую-то хуйню в бургерной, вот эта, которая на пляже. В общем, у меня такой пиздец, ты просто не представляешь, я просто там соседям толкан разношу. Не хавай там, ничего не покупай, если ж ты можешь там купить, это картошечку, только картошечку, там было что-то зеленое. Я это содрал, теперь, блядь, сру пиздец, дальше чем вижу. Что ж... Пока наша ходячая реклама Adidas производит дефекацию замечательными бургерами, мы можем закончить наш ролик. Вот такая, собственно, BMW. Она реально офигенная. Я вот, ладно, вот этим эта машина, это, типа, вот ради этой машины можно было и сюжетку пройти. Блин. Она прикольная. Мне нравится эта машина, сделана очень интересно. То есть, как интересно. Прикольно. Но в чем фишка? Такую же тачку можно сделать и в Forza Horizon 4, ролик по которой вышел сегодня, а для вас вчера. Или ладно, сегодня. Или может все-таки вчера. Я не знаю, когда я видео это выложу. Так что так вот. Можно будет потом отдельно записать видео, где я прохожу гоночки на этой машине и посмотрю, что я на себя с
способна, что она из себя покажет. А затем я с вами прощаюсь, друзья. Всем спасибо большое за просмотр, за то, что были со мной, пока я проходил основную сюжетную кампанию. Ну, с вами был Дэн и игра Need for Speed Most... Почему я сказал Need for Speed Most Wanted? Я, наверное, знак посмотрел. Need for Speed Heat. Вот. С вами был Дэн и Need for Speed Heat. Всем спасибо. Играйте в хорошие игры. И пока-пока. Ух, блядь, как я заебался, сука. Не, ну, блядь, это все, я заебался. Всем спасибо. Я, короче, озвучил свое прям наперед. Соседи, наверное, думают, что я какой-то долбоеб, который, блядь, сидит в машинке, блядь, играет. Надеюсь, вам понравилось, а я пошел, короче. Это все нахуй, блядь. Все, я пошел.